Ребята, всем привет! Хочу сегодня с вами поделиться интересным новым рецептом, как замариновать скумбрию. Нашла этот рецепт на просторах YouTube. Делать буду, используя две скумбрии. Я уже ее подготовила, помыла, убрала внутренности, отрезала все плавники, голову и разделила на порционные кусочки. Дальше все ингредиенты необходимые будут в описании под видео. И начинаем готовить маринад. В ковшик выливаем воду. Добавляем соль и сахар, черный перец, душистый перец, кориандр и гвоздику, горчичный порошок и лавровый лист, лимонный сок. И добавлю еще, у меня французская горчица есть, добавлю столовую ложку французской горчицы. Перемешиваем и доводим до кипения. Как только маринад закипел, мы его выключаем. Так, маринад закипел, я его выключаю. Добавляю 1,5 столовых ложки оливкового масла. И чайную ложку яблочного уксуса. Ждем, пока маринад полностью остынет. Маринад остыл. Заливаем рыбу. Сверху выкладываем кольца лука. Аромат бомбический, ребятки. Я уверена, это будет очень-очень вкусно. И дольки лимона. Немножко так погружу. Вот так, как попридавливать немножечко. Вот. Все, ребят. Накрываем крышкой. Отправляем в холодильник на сутки. Когда сутки пройдут, будет дегустация. Для вас это пройдет секунда. Ребята, прошли сутки. И нам же нужно попробовать нашу скумбрию, красавицу. Вот я беру кусочек. Помню рот слюней. Честно вам скажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ребятки. Это мега вкусно, ребята. Это мега вкусно. Она не горчит. Она не кислая. Она в меру соленая. Она не сладкая. Боже, какой обалденный посол. И вот я всегда переживаю, когда добавляю гвоздику. Но вот я их добавила несколько штучек, и они не портят и не перебивают вкус. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Сохраняйте, делитесь со своими друзьями, подругами. Ставьте лайк, потому что это заслуживает внимания. Чем больше лайков вы поставите, тем большее количество людей посмотрит это видео. И тем большее количество людей смогут попробовать эту вкуснятину. Супер! Всем спасибо за внимание. Идите готовьте.